Приветствую. Меня зовут Игорь Сомов. В детстве я любил волшебство и даже хотел стать фокусником. Мне нравится видеть быстрый результат. Вот фокус, а вот улыбки. Со временем я понял, что программирование – это такое же волшебство. Чтобы стать хорошим программистом, я выбрал курсы в центре специалист. Сходил на первое занятие. Это настолько затянуло, что я делал все домашние задания, даже необязательные, и прошел более 10 курсов по веб-разработке. Я был так увлечен этим, что даже один из дней рождения провел на курсах специалист. Основной упор я сделал на PHP-разработке. И для меня большим плюсом было то, что все преподаватели курсов имели Zen-сертификат. Из преподавателей мне ближе всех оказался Алексей Тарасов. Наверное, потому что он, как и я, увлекается робототехникой. Потренировавшись на практике, я начал готовиться к сдаче Zen-сертификата. Искал по интернету и собирал информацию о том, что меня ждет на экзамене. Решал все задачи подряд. Перед экзаменом я сильно волновался. Выдохнул только когда увидел, что сдал. Видимо, все эти волнения не прошли даром, потому что сдал с первого раза. А через месяц меня назначили техническим директором. В данный момент я сам готовлюсь к тому, чтобы стать преподавателем в учебном центре специалист. А для помощи в подготовке к сдаче экзамена мы с Алексеем сделали группу ВКонтакте, в которой вы можете попрактиковаться в решении типовых задач.